части видео. Мы закончили вязать вторую часть, провязав самостоятельно 2 сантиметра. В моем расчете это составило 3 ряда. Итак, всего провязано у нас 22 ряда. Продолжаем вязание. Теперь у нас будут убавления, так как нам нужно будет уже убавлять берет. И такая у нас должна быть, такой должен быть диаметр берета, чтобы он сел на нужную нам, на нужный нам объем головы. Итак, приступаем к вязанию 23 кругового ряда. И начиная с этого ряда, как я уже сказала, у нас будут убавления. В начале ряда провяжем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее свяжем убавление и за ним 17 столбиков без накида. Итак, вяжем убавление. И 17 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Второе убавление. Снова 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Третье убавление. 17 столбиков за ним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Четвертое убавление. Снова 17 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Пятое убавление. Там повторяем пятый раз. И 17 столбиков за ним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот у нас уже виден конец ряда. Провязываем шестое убавление. И в конце ряда у нас еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Здесь у нас в начале ряда было провязано 13. Итак, провязываем еще 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Итак, мы связали с вами 23 ряд. В следующем ряду у нас снова убавление. И теперь будем убавлять через каждые 16 петелек. Но разбиваем начало и конец ряда. Вначале мы провязываем 4 столбика без накида, а в конце 12. И начинаем с того, что провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем убавление. И затем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Второе убавление. И снова 16 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Третье убавление. И за ним последовательно 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Снова у нас идет убавление и 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снова убавление. И далее вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот у нас шестое сейчас убавление. И после шестого убавления провяжем еще недостающие до 16 12 столбиков без накида. Здесь мы провязали 1, 2, 3, 4. И здесь у нас будет еще 12. Так, вяжем 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали 24 круговой ряд. У нас уже идет убавление и уменьшается окружность, то есть диаметр, внутренний диаметр билета. Продолжаем дальше убавление. Вяжем 25 круговой ряд. В начале ряда провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем будем вязать убавление и между убавлениями 15 столбиков без накида. Повторим так 5 раз. Итак, провязываем убавление первое, затем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Сейчас мне немножко крючок выпал, пересчитаю. Это у нас убавление. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Снова убавление. И 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Следующее убавление. И снова 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Снова убавление. И далее 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Снова убавление. Это, если не ошибаюсь, уже пятое убавление. И 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И теперь шестое убавление. И до конца ряда нам еще нужно связать 10 столбиков без накида, так как 5 столбиков у нас провязаны в начале ряда. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 26-й круговой ряд. Провязываем убавление и между убавлениями 14 столбиков без накида. Итак, провязываем убавление, затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Снова убавление и так будем вязать, повторяя 6 раз до конца кругового ряда. Так, провяжем с вами один раппорт узора. Итак, провязываем убавление. Это у нас 26 ряд. И затем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И повторяем снова убавление и 14, убавление 14. Итак, 6 раз повторяем. Так вяжем до конца кругового ряда. Итак, мы провязали с вами 26 круговых рядов. И вот что у нас сейчас получается. Начинается уже сужение.
И давайте продолжим сужение и приступим к вязанию 27 кругового ряда. В 27 круговом ряду у нас в начале ряда будет провязываться 12 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Далее у нас будут убавления, и между убавлениями 13 столбиков без накида. Так повторим 5 раз. Первое убавление, и за ним 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Убавление. Повторяем 13 столбиков после убавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Снова убавление и 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Снова убавление. Тринадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Снова убавление и 13 столбиков. Без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. И нам еще нужно связать шестое убавление. И в начале ряда мы вязали 12 столбиков и в конце один столбик без накида. Итак, у нас провязано 27 рядов. Убавление продолжается. Так, нам нужно еще уменьшить внутренний диаметр берета. В следующем 28 ряду вяжем в начале ряда 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 в начале ряда. Затем у нас будет вязаться убавление и по 12 столбиков без накида между убавлениями. Так, повторим 5 раз. Так, провязали 10, затем у нас убавление и 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавление. И снова 12 столбиков без накида. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавление. Повторяем снова 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавление. Снова повторяем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавление. И 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Убавление.
И в начале ряда мы вязали 10 столбиков без накида, в конце довязываем недостающие 2 до 12. 1, 2. Итак, мы связали с вами уже 28 рядов, и я вижу, что нужно еще убавление делать, так как диаметр еще недостаточно. Диаметр должен быть внутренний 15-16 сантиметров. Это в моем примере. Поэтому я вяжу еще 29 ряд. 29 ряд. В начале ряда провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, затем убавление и 11 столбиков без накида. Так нужно будет повторить 5 раз. Так, провязали 8, затем у нас убавление и 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавление. И снова 11 столбиков. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавление. Снова 11 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавление. И снова 11 столбиков без накида. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова убавление. И 11 столбиков продолжаем между убавлениями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавление. И вот у нас еще до конца ряда нужно провязать 3 столбика без накида. Так как в начале ряда мы вязали 8, в конце у нас получается 3, итого 11. Итак, 1, 2, 3, 4, 5,
два, три. Следующий, 30-й ряд. И в 30-м ряду, в начале ряда, провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее будем вязать убавление. И между убавлениями будем провязывать 10 столбиков без накида. Повторим так 5 раз. Итак, убавление и 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второе убавление. И снова 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Третье убавление. И 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Пятое убавление. И 10 столбиков без накида. Провязываем между убавлениями. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. И вот у нас шестое убавление. И в начале ряда мы провязывали с вами 6 столбиков. Без накида. Сейчас в конце ряда у нас 4 остается. Еще нужно провязать столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Ну и предлагаю посмотреть, что у нас получилось. И вот что у меня получается. Беру сантиметр и замеряю. Вот у меня получается где-то почти 17 сантиметров, а мне нужно 15-16. То есть я еще провяжу один ряд с убавками. У кого также само вяжем, продолжаем, вернее, вязать вместе со мной. Если кто уже достиг того диаметра, который нужен внутренний, тогда остановитесь и подождите нас. Итак, у нас 31-й ряд. И в начале ряда
Провяжем с вами 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Затем будем вязать убавление и между убавлениями провязывать по 9 столбиков без накида. Итак, первое убавление. И за ним 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Второе убавление. И за ним также 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третье убавление. И 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертое убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пятое убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Шестое убавление. И еще в конце ряда мне нужно провязать и вам также 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, так как 6. Вернее, 4 мы уже связали, а всего между убавлениями 9. Итак, довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Убавление я закончила. И что теперь? Теперь будем вязать такую небольшую стоечку. То есть ровными несколько рядов будем провязывать ровно. Вот что у меня получилось. Сейчас я померю. Сантиметр. Вот видите, сейчас у меня вот 15 с половиной. Итак, размер удовлетворителен. И приступаем к завершению вязания берета. Сейчас мы будем вязать околышек. И первый ряд мы будем вязать выпуклыми столбиками, без накида. Прокладываем так вот маркер. И далее, как вяжется у нас выпуклый столбик. Вот мы будем вязать. Вот нужно нам провязывать вот таким образом. Это обычный столбик без накида. Мы будем вязать выпуклый. Как он вяжется? Вводим крючок с лицевой стороны работы и выводим его с изнаночной стороны работы за столбиком. Затем подхватываем рабочую нить, протягиваем через одну петлю.
Снова подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли. Повторим еще раз. И такими столбиками выпуклыми без накида провязываем до конца кругового ряда. Довязываем последний столбик в ряду выпуклых столбиков без накида. И далее вяжем по кругу обычными столбиками без накида, без прибавок и убавок. Я буду вязать приблизительно 5 рядов. Вы вяжите на ту высоту, которая вам необходима. Итак, провязываем, начинаем. Ряд с провязывания столбиков без накида. Вяжем их по кругу. У меня будет провязано 5 круговых рядов. Так, провязываем по кругу на необходимую вам высоту. И вот я закончила вязать 5 рядов, недостаточно. И теперь последний ряд. Последний ряд мы будем вязать рачьим шагом. Я здесь провязываю соединительную петлю. Затем вяжу воздушную петлю. И начинаем вязать рачьим шагом. Каждую петелечку вводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем 2 петли с крючка. И так обвязываем до конца кругового ряда. Вот у меня последняя петелька, связанная вместе с вами. Ниточку обрезаем. И затем ее аккуратненько прячу в изделие. И вот берет наш готов. Что у нас получается? Вот такая вот у нас стоечка, ободочек, околышек называют еще. Получился. И вот такая у нас красивая обвязка рачьим шагом. И прежде чем с вами проститься, хочу вас поблагодарить за то, что вы вязали вместе со мной. Желаю вам ровных петелек, всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи!